Всем привет! Вы на канале Фордмаг, и мы продолжаем проходить Гарри Поттер и Философский камень. Так, мы справились с практикумом очередным. Так. Ну все, отлично. Проклятые бобы. Так, эта картина, да, поддается заклинанию. Отлично. Гарри, сюда. Так, Фред и Джордж. Эй, Гарри. Да ладно. Ну вы даете. Ты уже нашел 25 конфет? Конфеты нам нужны для... Да знаю я, для каких ваших экспериментов эти конфеты нужны, господи. Блин, парни, я с вас поражаюсь. Какие же вы секреты вы выдумываете? Отлично, Гарри. Ты здорово нам помог. Держи волшебную карточку. Надеюсь, в твоей коллекции такой еще нет. Точно нету. Я 100% уверен. Помни, ты знать не знаешь, что мы собираем конфеты. Это будет нашей тайной. Договорились? Какие конфеты? Я ничего не знаю. Так что... Если ко мне придет Дамблдор насчет этого, я могила. Так. Интересно, это тоже заколдованная картина? А, нет. Понабиваем пока что конфетки у ведьмы. Спасибо, очень важная информация. Я тоже мечтаю стать ловцом. Мечтать не вредно, а нужно тренироваться. Флипендо! Сейчас у нас урок зелий. И похоже, мы на него опоздали. Вопрос как? Только что закончился практикум. Или что, в Хогвартсе нет перемен? Как-то странно. Обалдеть, стреляю рыцарям в яйца и получаю конфеты. Отличное занятие. Так. О, здесь у нас уже подземный секрет. Опять. Картофелеподобные ублюдки. Получай. О, вот сундучок. Ну, карточка или что-нибудь еще. О, что, завидуете, ублюдки? А это все мое, мое. Ладно, давайте уже убираться отсюда. А то эти гномы совсем уже разошлись. Ну и посмотрим на недовольное лицо Снейпа. Так, интересно, это все секреты или здесь еще что-то есть? Ну, давайте обследуем. Может, внизу что-то найдется хотя бы. Так, о! А тут у нас что? О! Вот это я понимаю, подарочек. Давай, лезь ко мне в карман. Зашибенно. Так, здесь что-нибудь еще есть? Привет, Гарри. Ты уже видел Хагрида? Он такой огромный. Я чуть шею не свернул, когда пытался посмотреть ему в лицо. Да ладно, не такой уж он высокий. Так, вроде ничего. О, я зашел задом. Так, одна карточка, два места скрытых. Ох, люблю эту зловещую музыку. Прям настораживает. Да, жутковатый, конечно, подземелье. Я ваш преподаватель зелий, профессор Снэк. Сегодня вы научитесь смешивать лечебное зелье Вигенвельда. Кстати, в PlayStation 1 версии это зелье тоже можно было варить, но там не нужно было собирать ингредиенты. Это непростительно даже такой знаменитости, как вы.
минус 5 баллов факультету Гриффиндор. Вот мудак. Поттер, отправляйтесь в подземелье и принесите необходимые ингредиенты. Нам понадобится кора рябины обыкновенной, цветок папоротника, ведьмин гриб и слизь с кучи червя. Окей. Поторопитесь, или я вычту баллы у Гриффиндора. Да пошел ты. И не вздумайте вернуться с пустыми руками. Господи, да конечно. Так. Интересно, что тут варится у него сейчас? У кого что? Извини. А, за что извини? Ладно, давайте уже отправляться за ингредиентами. Хм, наверное, это и есть ведьмин гриб. Ну да. О, черт! Где я? Неужели Снэк обманул меня? Похоже, Гарри, похоже. Блин, вот так темно, что даже не видно, откуда я упал. Ох, ладно, давайте уж пробираться по этим подземельям. Так. А, я понял, здесь нужно выстроить мост. Так, одна колонна есть. Теперь давайте-ка еще одну подвинем. Отлично. Так, Гарри, выйди с текстур. Отлично. Ну, я думаю, мы на таком расстоянии уже запрыгнем нормально. Так, вот ингредиент. И да, вопрос. То есть, получается, мы все равно должны были спуститься сюда? То есть, Снэк знал, что мы должны сюда спрыгнуть? Отлично, а если бы опоздал кто-нибудь другой, он послал бы кого-нибудь другого. Друг это, я не знаю, какой-нибудь больной ученик, у которого проблемы со здоровьем. То есть получается что, вдруг он заблудился бы. Да уж, вот серьезно, как я уже говорил, Хогвартс это место, в котором легко можно отправить своего ребенка на смерть. Ладно. О, конфетки. Я поймаю вас. А, you son of a bitch. Ладно, давайте попробуем еще раз. Ух, блин. Это получается уже через два уровня. И через один, нет, по-моему, все-таки через два уровня начнется моя самая любимая часть игры. Отлично. Полезаю в карман карточка. Так. Так, это, я так понимаю, уже нельзя открыть. Ну ладно. Ладно, поднимаемся выше. Я так понимаю, мы сейчас откроем проход. А, ну да. В немного более высокую локацию. Ладно. Рискованный прыжок. Блин, Гарри, что ж так прыгаешь-то, а? Прям на краю! Черт возьми, когда Гарри так прыгает, у меня вечно сердце в пятки уходит. А, да. Здесь у нас не получится пока что пройти. И заклятие не достает. Так, а мы продолжаем. Блин. Что-то какой-то глюк с заклинаниями сейчас случился. Кнопка заклинания сработала вместо прыжка. Странно. Ну ладно. О, черт. Ладно, активируем следующую платформу. Блин, все опасней и опасней. Я не знаю, кто придумывал эти подземелья, но, блин, он явно был настоящим садистом.
Еще больше камней, черт. Еще. Так, так. Еще одна звезда, хотя я не понимаю, в чем смысл здесь звезд, мы же не на практикуме. Ой, нет. Это кровавый барон. Так, Гарри, отходи от него. Фишка в том, что на кровавом бароне здесь залочены некоторые. Да, лишь некоторые, но все же очень интересные головоломки. Фишка в том, что нужно дождаться Вот, нужно дождаться, когда кровавый барон откроет специальные врата. И тогда можно будет пройти к недоступным секретным местам. То есть лишь только тогда, когда кровавый барон пролетит, мы сможем попасть в эти секреты. В другом же случае это невозможно. Ух. Снова стала довольно клиповая и пробирающая до костей музыка. Так, кстати, где он? А, вот уже летит. И да, лучше не касаться его, потому что он отнимает здоровье. Эх, больше гномов. Больше гномов. Так, 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 так. Противные существа. Так, где еще? О, нет. Блин, я промазал. Отлично. Блин, это же сколько гномов здесь сидело. Так. Какой-то глюк сейчас с заклинаниями. Отлично. Больше конфет. Завидуйте, ублюдки. Завидуйте, потому что здесь я мастер конфет. Так, карточка или еще что-нибудь? Нет, только бобы. Ну, тоже неплохо. А вот это похоже кора рябиновая. Отлично. Ну почему такой звук, когда я подбираю ингредиенты? Как будто кто-то упал в лужу грязи или что-то там роде. А, я понял. Камень сначала нужно поставить на этот постамент. Так. Теперь аккуратно перемещаем камень сюда. Фига себе, это силач Гарри. Огромный камень смог перенести на башке. Ладно. Так, мы переходим в новую зону, я так понимаю. Одна карточка, два потайных места. Но на этом, ребят, придется прервать, так как у меня нет свободного времени сейчас, чтобы записать побольше. Но в следующей части мы пройдем уже сразу же несколько локаций. А пока, ребята, на этом все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и всем пока!